вроде бы хорошая. Сейчас мы сядем в такси и поедем в аэропорт Шереметьево. Осталась только какая-то очень-очень-очень-очень доскональная проверка, и все. И мы улетим всего-то 6 часов. Yeah.
сегодня приехали на Эльбрус. Это так круто здесь. Сначала утром было очень жарко, хоть с кремом от загара машься. А теперь холодно и очень красиво. Еще мы недавно кушали шашлык и какие-то невкусные блинчики. Мне не понравились. И чай. Вкусный. Горный чай. И суп ела, да, лапшиной. Мы поселились в крутом отеле. Там можно смотреть кино бесплатно. И здесь это можно играть в боулинг бесплатно. И в принципе все. Чтобы все вкусненько не разобрали, нам надо пораньше встать. Завтра мы будем кататься на канатку в горы туда. На сноуборде будем кататься. Да, весело у нас тут. Приходите к нам. А еще мы ходили на горную речку. Я туда камушки бросала. Вот. Ну что, сейчас куда идем? Что, сейчас домой идем. Пока. Thank you.
ростом приблизились к самой высокой точке канатной дороги Карабаши. Высота здесь примерно 4000 метров. Здесь очень красиво и очень тяжело дышать. А еще там мы над облаками. Мы пытаемся подняться на ледник. Надеюсь, у нас это получится. Мы идем уже 3 дня и 3 ночи. Вот так примерно. Сейчас мы на высоте 4500 метров. Вика уже не смогает. Вика падает. Очень тяжело дается ей этот поход. Скоро мы поднимемся. Вот туда. Прямо на самую вершину. И тогда мы будем покорителями. Покорителями Эвереста. Совсем скоро. Совсем скоро мы поднимемся туда. В начале пути нас было 5, но, к сожалению, один свалился во враг с обрыва, а второго нам пришлось съесть, потому что мы были голодные. Теперь у нас осталось лишь 3. Надеюсь, мы выдержим. Все, до скорой встречи, друзья. I don't mean battle, but I don't mean draw, I don't mean battle.